Дамы и господа, вы начинаете смотреть авторскую программу. Эту программу мы посвящаем всем тем, кто уехал из Волгограда. Всем, кто не видит каждый день Волгу. Всем, кто не дышит волгоградским воздухом. Всем, кто не видит каждый день Волгоград. Эту программу мы посвящаем вам. И снимаем мы ее в декорациях Волгограда. Дамы и господа, вы начинаете смотреть авторскую программу. Тесс Холидей – самая пышнотелая в мире работница модной индустрии. Она публикует каждый день свои фотографии в социальных сетях, чтобы поддержать пышек и толстушек. Ведь именно так, по ее мнению, должна выглядеть настоящая женщина. Так вот, эта самая Тесс Холидей опубликовала на своей странице в Инстаграм селфи из гостиничного номера. На снимке она продемонстрировала, что не смогла запахнуть халат, который предоставили в отеле. «Я так рада, что у них оказался халат моего размера», – пошутила манекен. Манекенщица, подписав именно так фотографию. Ее снимок тут же набрал более 25 тысяч лайков. Что делать? Что, селфи делаю. Ага. Что, не веришь мне? Селфи делаю, я говорю, смотри. Вот смотри. Во. Селфи, говорю, делаю. Сейчас, правда, все делают эти селфи. Сейчас никого этим не удивишь. Но, правда, одна американка умудрилась сделать такое селфи, что удивило весь мир. Посмотрите это селфи. Сейчас я еще одно. Смотрите, какое милое лицо. Очень удачное селфи на фоне жуткого беспорядка стало интернет-мемом. Американка прославилась благодаря селфи на фоне беспорядка. Пользователи Твиттера обвинили девушку в нечистоплотности после того, как та выложила селфи на фоне своей комнаты. Алиса Барделон, так зовут красотку, надела гламурное платье и сфотографировала себя в зеркале, а затем выложила снимок в соцсети. Видимо, девушка не придала значения тому, что творится за ее спиной. «Иду на ужин, потому что мне нужен повод, чтобы надеть этот наряд», написала девушка в своем Твиттере. Этот пост лайкнули свыше 9 тысяч человек. В комментариях к фотографии пользователи дали множество советов, как убрать комнату. Один из пользователей заявил, что он готов помолиться за того, кто женится на этой девушке. Но американка осталась довольна неожиданно свалившейся на нее популярностью, и, видимо, убирать теперь в комнате она не будет никогда. И это все из-за популярности. Нет, все-таки должно было прийти это время, когда ты, знаешь, не на фоне фотографии, а прямо стоя в центре Лондона, представляешь новый сюжет. А почему там люди не двигаются? Все легко объяснимо. Они замерли в ожидании нового сюжета. Давайте уже быстрее показывать новый сюжет, а то так и будут в Лондоне все стоять, ожидать. В сети набирает популярность ролик, на котором запечатлена встреча хозяйки с котом, на поиски которого были потрачены 2 года. Видео, опубликованное в Facebook, уже посмотрело более 4 миллионов человек. Айрис Саманьего обнаружила пропавшего в 2015 году кота Диего в одном из приютов после того, как знакомый проверил сайт малоизвестного заведения. Женщина опознала на одном из фото своего питомца и сразу же отправилась его забирать. Как отметила сестра Саманьего, которая опубликовала ролик, девушка не сдавала все эти 2 года, продолжая поиски любимца. Отсюда старинная сиамская поговорка: кто ищет кота, тот его найдет. Все мы знаем, что Дональд Трамп, избранный американский президент, пришел на выборы и победил с помощью лозунга «Make America Great Again», что можно перевести как «Сделаем Америку вновь великой». И вот на днях Алек Болдуин вышел к народу с этим же лозунгом, написанным на красной бейсболке. Правда, этот лозунг был написан на русском языке. А кто перевел? Интернет-переводчик. Посмотрите, что из этого получилось. Американский актер Алек Болдуин подшутил над избранным президентом США Дональдом Трампом, сфотографировавшись в бейсболке с лозунгом Трампа «Make America Great Again», «Сделаем Америку снова великой». При этом текст этого лозунга переведен на русский язык с ошибками. «Сделать Америке здорово снова», гласит надпись на бейсболке Алика. Не доверяйте интернет-переводчикам. Учите языки сами. Слушайте, а вы видели, какую бейсболку себе сделал Алек Болдуин? Такую красную, на ней белыми буквами, русскими белыми буквами написано... А вы это видели? Ложка. Ложка прилетела сверху. Знаете, откуда? Знаете, это ворона из Ижевска прилетела. Ворона из Ижевска прилетела и принесла ложку нам сюда, в Волгоград. Посмотрите сюжет, и вы поймете, о чем я сейчас говорю. Ворона из Ижевска, где ты?
Неблагодарная ворона стала героиней интернета. В Ижевске сотрудники офиса одной из местных компаний пришли в изумление от поведения неблагодарной вороны. Они поделились видеозаписью курьезного происшествия, которое произошло с ними в трудовые будни. Вначале сотрудница офиса предлагает вороне попробовать чипсы, выкладывая их перед вороной на подоконник. Но ворону эти чипсы не заинтересовали. Она наглым образом прошлась по подоконнику и, прихватив чайную ложку, серебряную такую, блестящую, улетела. Неблагодарная, неблагодарная ворона из Ижевска. Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала лидером рейтинга самых кассовых актеров по версии журнала Forbes. Фильмы с ее участием собрали в кинотеатрах мира 1 миллиард 200 миллионов долларов. Скарлетт Йоханссон, в частности, снялась в блокбастере «Первый мститель. Противостояние», собравшем 1 миллиард 15 миллионов долларов. Также она приняла участие в картине «Да здравствует Цезарь». На втором месте списка оказались актер Крис Эванс, сыгравший роль Капитана Америка, и Роберт Дауни-младший, сыгравший Железного Человека. Также в список наиболее кассовых актеров попали Марго Робби, Эми Адамс и Бен Аффлек. Вот эти актеры приносят индустрии кино максимальное количество долларов. Желаю актерам Волгоградского государственного института культуры и искусств дополнить этот список самых кассовых актеров мира. О, на этом мотоцикле я точно прокачусь весной. А вот на этом мотоцикле я прокачусь поздней весной. Этот мотоцикл точно ждет меня летом, а этот мотоцикл точно ожидает меня поздней осенью. Ну что же, где я буду покупать этот мотоцикл, вы знаете из рекламного блога. Но я об этом ничего не скажу.